Привет, In My Room, заходите. В 90-е первый владелец этой квартиры сделал незаконную перепланировку, и одним из требований моих заказчиков было вернуть все на свои места. В итоге нам удалось создать комфортное и продуманное пространство для большой семьи. В своих требованиях к дизайну заказчики определили два момента. Это темный кирпич и деревянные балки на потолке. И у меня сложилось впечатление, что заказчики хотят перенести атмосферу загородного дома себе в квартиру. А еще я поняла, что этой семье очень важны тактильные ощущения, и поэтому в интерьере очень много разнообразных фактур. Эта квартира создавалась как семейное гнездо, и не было задачи приобрести все предметы мебели сразу. Если вы хотите создать естественную атмосферу у себя дома, не стремитесь наполнять все пространство сразу. Поскольку семья большая, мы изначально продумали множество систем хранения, благодаря чему в квартире легко удается поддерживать порядок. Заказчикам хотелось внести индивидуальность в свой интерьер, поэтому мы отказались от стандартной отделки стен. Детские спальню оживил художник-декоратор Дмитрий Баршевский. В детских поселились совы, зайцы и волшебные феи, а спальню украсила фреска, изображающая окаменелости аммонита. Этот дом продолжает меняться и обрастать любимыми вещами, поэтому не бойтесь отражать изменения вашей жизни в своем интерьере. Спасибо, что пришли in My Room. Пока!